вами инструктор. Да, Светлана Николаевна. На всех горах. Она, наверное, от страха смеется. Все равно вот так видно больше, чем через кабинку. Да. Живое лето. Ничего, никто не замерз он. Мягко спускается. Нормально. Ручей. Да. Да, по-моему, не страшнее, чем на то. Да, не страшно. Это пушки снеговые, да? А тут биатлон или что тут вообще? Что-то на лыжах. Наверное, универсальные, не то и другое. Просто трасса. Въехали? Куда? На той площадке были, сейчас на этот же уровень возвращаемся. Купались вниз. Опа.